И снова всем привет, я Техномакс, это игра, которая называется Dead Defect 2 VR, VR Shootan, продолжаем. Задание следующее. Так, это оно? Да, это оно. Вот. Найти запас нанокристаллов для доктора Беллика. Играть в одиночку. Этот коридор должен привести к лаборатории нанокристаллов. Датчики засекли движение возле лаборатории. Я попробую проскользнуть внутрь. Проскользнуть или пробиться? Вот это вот большая разница. Так, новые пушки. Ой, ё-моё. Хрена себе какая балалайка огромная. Ничего себе, вот это она здоровая, прям непомерная. А что такая большая-то? А это она типа заряжена, что ли? У нее что, два выстрела всего? Показано два. Может, там еще нолик где-то внутри. Нет, там не нолик, но там, по-моему, еще двойка была, нет? Блин, ладно, короче, разберемся. О, да. Вот это уже дум конкретный. Двустволка. Обрез. Так, новый пистолет. Ну, такой себе. Что-то ручка у него короткая очень. 8 патронов. Да, и целиться из него будет, наверное, не очень хорошо. Так, сюда, сюда. Попробую с двустволкой. А тут воды по пояс. Фонарик, про который я забыл. Найдите лабораторию нанокристаллов. Ну, пошли искать. Палец на сканер. Разрешено. Ну, открыто, да? Блин, тут гранаты. По-дебильному работают. Она реально двухпистольная. Блин, я что-то как-то это. Да, все собрать. Эта штука реально на 2 выстрела всего. Хрена их тут было, блин, целый выводок. Они еще здесь есть. Вон они. Так. Двустволка штука мощная, скажу. Башни сносит вообще на ура. Так, перезарядить полностью. Давай, закрывайся, блин, она закрывается не очень хорошо. Ой, ё-моё, да... Вот называется, давно не играл в VR, во-первых, а во-вторых, блин, пушка новая. Да ты пушка, а, ну все, я полный.
пушки новые, еще хрен разберешься с ними. Так, это идет сюда. О. Так. Эти планшеты. Почтовая трансляция. Докладывать о несогласных. Кристаллы силы, старший сержант Жерар. Я получил это от старика. Я понимаю твои чувства, но стариков тоже понять можно. Я с ним согласен, так что заткнись. Бушар, ходят слухи, что некоторые из наших пехотинцев выражали симпатию к этому проклятому кибернетическому мутировавшему монстру, который был одним из нас. Искорени это к черту, старпом. Если я услышу, что кто-то говорит вещи, которые мне не нравятся, я уничтожу его немедленно. Мы должны соблюдать порядок. Мы должны выполнять наш долг. Майор Невил Керт, командир Дельтафорж, подразделение 13. Что-то он какой-то мудак, от Невил Керт, если честно. Незамедлительно докладывать обо всех несогласных в наших рядах. Что это какой-то он, блин, это? Так, весь персонал подразделения 13, майор Невил Керт. Неизвестная женщина на борту. Незадолго до того, как кто-то выпустил всех этих чертовых мутантов, один из сотрудников задержал неопознанную женщину лет 25-30 с короткими белыми волосами. Она не звала своего имени, и никто никогда не слышал о ней. Ее нет в тех базах данных, в которых мы имеем доступ. Она пропала без вести вместе с нашим бывшим старшим сержантом. Если кто-то располагает информацией о ней, немедленно свяжитесь со мной или старшим помощником Бушаром. Майор Невил Керт, командир Дельта Форс. Понятно. Так. Да, блин. Минкин говорит привет. Кому? Гуннар Дэвис, Майкл Стил. Привет, Данет говорит, Минкин говорит много, тренирует мозг, но Минкин говорит глупо. В почте все не так глупо, так что сейчас Минкин говорит привет, окей? Окей. Планы, детали от Данет. Необходимо нейтрализовать солдат любым способом. Я пока не знаю, как именно. Я бы не стал убивать всех, но твой бывший командир не оставляет нам выбора. Только тогда мы сможем заняться другими вещами, зачисткой корабля и ремонтом. Мы поговорим об экипаже позже. Моя конечная цель — добраться в Таус-Эти. Если мы доберемся туда, у нас будет шанс жить, как мы хотим, Данет. Что-то тут все нечисто, блин. Жить, как мы хотим. Да, ёпта. Это она, блин... Сбежавший эксперимент, который хочет свободу, это вот это вот, что ли, она имела в виду. Сводка дефекта доктора Евгения Белика. На случай, если вас интересуют детали, стандартные блоки компьютрония, называемые нанокристаллами, вводятся в тело, где взаимодействуют с живой тканью и образуют опорную сеть по всему организму. Биологические клетки продолжают работать как раньше, но нанокристаллы координируют их, совершенствуя эффективность и сопротивление организма минимум на один порядок по большинству показателей. Нанокристаллы также могут объединяться в особые кластеры, наделяя человека сверхспособностями, но об этом позже. Нанокристаллы получают энергию одновременно из биологических процессов, вот почему вам нужно есть больше, чем обычно, и из внешних источников. Дабы добиться максимально возможной эффективности, вам необходимо комбинировать стандартные имплантанты, которыми я вас обеспечу, со специальными модулями брони. Впрочем, все это только краткие факты. Если вас интересуют основополагающие научные данные, буду рад обсудить их подробнее, доктор Белик. Вот. Задание. Запасы на исходе. У нас кончаются припасы, нам нужны батареи, инструменты, запчасти, еда и все, что ты только сможешь достать. У нас также кончаются кофе и сливки. А ты знаешь, что Минкин без них сам не свой. Я нашла несколько мест, где могут находиться нужные нам ресурсы. Твоя задача — доставить их нам на базу. Писец. Ученый. Дебил и координатор. Охуенно у меня команда. Один я только воевать умею. Пиздец.
еще приходится с этим как-то мир спасать. Закрой ты двустволку, дебил, блядь. Чё-то он, короче, это... С двустволкой у него какие-то проблемы прям. ХПшки у меня половину осталось. Честное слово, как нуб какой-то, блин, сейчас... Отоварили меня тут. Вот двустволка, она хреново закрывается, я вот чувствую, поэтому стоит ее сменить потом все-таки на нормальный дробовик, хотя она прикольная. Эй, патрончики, идите сюда. Я вообще не понял, сколько чего у меня здесь. А, 36 на двустволку, 35 магазинов этих. Что там на пистолет, блядь? Слишком большие обоймы у этой пушки, которая полуракетная или что там это такое было. Там деньги. Ох, нихера. Короче, достали. Это вообще какая-то ракетница, эта химера, блин. ХПшка, вообще проблемы. Так, это сюда. Откройся. Так, это что такое там? Он там хочет взять, но не может взять. Ничего вроде бы. Что за бред? Я, кстати, еще пистолет не пробовал. Ну. А, у меня полная уже эта хрень. Тут еще вот. Так, надо разобраться, где у меня аптечка. У меня же была аптечка, инвентарь. А, мгновенная аптечка. О, ХП восстановил. Ящик с патронами для резервного оружия. Одноразовая батарея, это... Так, а батарея это синяя, что ли? Походу, да. Нет, пистолетом я, пожалуй, с левой постреляю. Хотя... Вот эта вот хрень электрическая, я вот не знаю, я ей не пользуюсь. Я постреляю с правой. Имплантанты для рук, хорошо. Ну, ты там уж идешь, нет? Вот дебил. Что это? Чего в меня прилетело сейчас?
Ощущение, что сверху кто-то в спину мне шмальнул. Вообще ничего не понятно так. Пистолет нафиг пока. Боеприпасы тут нормально все. Да. Эти штуки нужно сейчас сбивать, типа. Так, планшетка, иди сюда. Отряд 3, лейтенант Алекс Бушар. Жерар, бери свой отряд и двигайся по указанным координатам. Найди хорошие позиции и жди дальнейших указаний. Эту зону предполагалось использовать для создания так называемых нанокристаллов. И похоже, что именно эти цаски создают весь этот монструозный тик. Захвати с собой пару взрывокомплектов. Мы все еще тут дискутируем с нашим оставшимися яйцеголовами. Если они дадут добро, мы подорвем все к черту, старший помощник. А, вон что. Понятненько. Еще психов со взрывчаткой не хватало. Наверное, это солдаты, но кристаллы являются самой важной аппаратной частью для дефект. Я попробую проскользнуть внутрь. Если это не сработает, придется стрелять. Я боюсь, это может не сработать. Фонарь отключить. Так, а тут можно было присесть? Да, тут можно было присесть. Доступ запрещен. Этот уже готовый. Этот тоже уже готовый. Там солдаты, нет? Боеприпасов-то много. Нафига было делать всего лишь двухзарядную, еще такую огромную. Так. Дробовые патроны. А может тут... О, блядь. Воюем. У нас потери. Конечно, у вас потери. Потери мозгов. Чё ж гранаты так херово кидаются? Преследую противника. Кого ты там преследуешь? Опасно преследовать противника с ракетницей. То не берется. Еще же эти показанные управления еще показываются регулярно. Че, куда нажимать? О, прикольно, колба сделана. За стеклом все так искажается. Класс. Не, графическая игра сделана отлично. Прям вот то же самое, что в Думе было. В третьем. Бамп-маппинг даже похожий. Бамп-маппинг, объясню это, если кто не знает, когда текстуркой сделан визуальный объем. Растущий образец сохранен здесь. Хранилище номер 23D. Фига
для себя. Я знаю только 3D, а тут 23D. Далеко же наука шагнула. Ну, я полный боеприпасов, так что смысла нет. Это я все набирал. Да, тут уже нет смысла что-то набирать, еще некуда просто. Это начало. Полагаю, я на месте, где кристаллы. Сначала вы должны сделать кристаллы. Для начала включите молекулярный сборщик. Что? Включите главный молекулярный сборщик нанокристаллов. Нанокристаллы хранятся в виде базовых частей и соображений безопасности. А, ну понятно, мне сейчас придется отбиваться со всех щелей, да? Сейчас включу, сначала посмотрим вот тут. Планшетка. Персонал обслуживания, доктор Евгений Белик. Пожалуйста, будь осторожен, наносборщик — это тонкая машина. Я очень разозлюсь, если с ней что-то случится, и вряд ли ты сможешь представить, что сделает профессор Вагнер. Дефект, да, я признаю, название глупое, является очень большим открытием, и нанокристаллы — ключ к нему. Всегда держи разобранные наночастицы под охраной. Каждую партию нанокристаллов нужно беречь как зеницу ока и вовремя доставлять в назначенное место. Не пытайся играть с настройками. Да, всегда есть что оптимизировать, но нам необходимы регулярные поставки нанокристаллов для нашей работы. Любые задержки в производстве ни к чему хорошему не приведут. Доктор Евгений Белик. Давайте включим. Ага. Нужно, как всегда, стой. Сигнал. Молекулярный сборщик готовит нанокристаллы к использованию. Это займет некоторое время. Конечно. Кто бы принес немного пива? Датчики только что засекли что-то большое. Сигнал не распознан. Оно движется к тебе. Большой тупой ролевой монстр выглядит злобным. Пришел за мной. Это должно быть безотказная вагнеровская система охраны против воров. Серьезно? Никогда бы не подумал. Кого ты там кидаешься железяками? К счастью, вот есть где прятаться. Перехватчик. Опа! Мимо. Давай-ка я тебя дробью угощу, козел. Опа, мимо. Бай-бай. Цель устроена. Сколько еще? Кристаллы будут готовы с минуты на минуту. Да, двустволка неплохо здесь валит, но перезаряжается без понтова. Где? Чё там взять? Откуда? Блять, электрическая херь это еще срабатывает. Пистолет я не тратил. Это опять же пистолет. Где-то были еще ракетные боеприпасы. А, мне туда идти вниз. Вот они. Да что ж ты будешь делать? Это не берется. Жаль. Ну, получается, он оттуда пришел, а меня туда не пустят, что ли? Я проверю. Чисто посмотреть. Вот он приперся отсюда. Гамадрил этот. О, дробовые патроны. Все, не вылезает. Да, ну это я отсюда.
А нет, я отсюда не приперся. Тут было закрыто, получается, да, тут завал. Я отсюда прийти не мог. Access denied, наверное. Ну, пошли за нанокристаллами. А, белая — это выносливость, короче. Все, теперь понятно, что такое белое. Я привык, что выносливость изображается желтым. ХПшка зеленым, например, а тут цвета же другие. Да? Закрывайся, блин. То он еще пока закроется. Это они? Отлично, с помощью этих кристаллов мы сможем сделать... Быстрее уходи, много солдат уже на подходе к тебе. Хорошо. Встретим сейчас, как родных. Эй, граната. Не берется. Зомби. Там никого. Да, два выстрела — это слишком мало. Я ж думал, это плазменная пушка какая-то, а это, блин, ракетница. Оба. Еще не пусть окажется, что еще солдаты, блин, лезут. Будут вообще зашибись. Ну почему он не берется? Я ж потратил. Не, пушку надо менять. Сорян, чувак. Завершено. Уровень. Баллы для разблокировки способностей. Вся фигня. Продолжить. О! Это что за имплантант? Ебальник новый, что ли? Речарж мастер для головы. А, подкожные имплантанты. Новые коленки, короче. Вместо тех, что прострелили. В Скайриме. И новые шары выпущены. Точность, регенерация энергии, скорость передвижения.
Вот это нормально будет. Достижение Curious. Что за черт? Достижение Noob. Ordinary Person. Да тут достижение сейчас опять понавылезает всяких. Кристаллизация. Все, закончили достижение вылазить. Наконец-то. Ой-ё. Сейчас с этими разговаривать опять. Мне так надоело с ними разговаривать. Мне так хочется пострелять, блин. Приходится вот разговаривать с ними прям. Ой. Ну, белик у нас по кристаллам. Нафиг, короче, давайте это все в следующий раз уже сделаем. Все, с вами был Техномакс, это был Dead Effect 2 VR. Всем до новых встреч, пока.